Это кадры из села Буланиха Зонального района. Шлюзы не выдержали напора, и вода рванула по руслу реки к Чуйскому тракту. Ситуация не лучше, еще на трех трассах затопила участки по направлениям Аксенова-Буранова, Алейск-Безголосова и Новоегорьевская-Новичиха. Эти дороги сейчас перекрыты, по ним не проедешь. Ухудшила ситуация и на одной из трасс в Зональном районе. В целом же только за последние сутки на региональных дорогах потопило 9 участков, и вместе со вчерашними вода накрыла уже 16 участков. Подпились, в районе была проблема. Сегодня вода ушла, там выполнили работу, выведен грунт, щебень добавлен, сделан валик, и вода сейчас там нет. Отработали. В Рубцовском районе, Романовском районе работали 4-го. Вчера в Советском районе проблема была у нас, поселок Лебедино, тоже вода через край, труба не справлялась с потоком воды. А на реке Алей подтопило мост. Организовали альтернативный проезд через город Алейск. Для безопасности жители МЧС сформировали 16 мобильных отрядов. Работает порядка 530 единиц техники. Откачивают воду и завозят грунт. Круглосуточно на связи и диспетчерская служба. Там и на сайте Алтай-Автодор водители могут узнать о перекрытых участках. Дмитрий Дроздов. День с толком.